Друзья, всем большой привет! Сегодня мы разберем такую интересную тему, как питание японских военнослужащих во время Второй мировой войны. Вы, наверное, подумаете, что там был один лишь только рис, и в принципе недалеко уйдете от правды. Но в рационе японцев было много чего интересного, и в целом по калорийности он не уступал зарубежным аналогам. Также стоит отметить, что, как и во многих армиях, нормы питания могли отличаться в зависимости от снабжения, командиров и так далее. Разумеется, была разница в начале войны и под ее конец. Давайте приступим. Начнем мы, естественно, с риса, который является основой японского рациона. В отличие от европейского питания, у японцев не было хлеба в привычном нам понимании. Максимум – это сухари или лепешки в особых рационах, либо в виде отдельных печенюх. Рис был двух видов – обычный и полированный. Последнему отдавалось предпочтение, поскольку в приготовленном виде он дольше был пригоден в пищу. Но я думаю, вы знаете, что питаться одним только рисом нельзя, поскольку это приведет к болезни бери-бери, или иными словами, авитаминозу, от которого до 20 века страдали многие народы Юго-Восточной Азии, чей рацион основывался только на рисе, лишенного оболочки. Вторая проблема исключительно рисовой диеты – заключалась в том, что постоянное его употребление приводило к запорам. Во-первых, война сама по себе не способствует нормальному функционированию желудка. Я думаю, не стоит объяснять почему. Рис же только усугублял эту проблему. Поэтому японцы часто применяли в пищу сушеные сливы и соленую редьку, расслаблявшие желудок. Сливы варили вместе с рисом, а редьку ели как салат. Разумеется, у японцев был и нешлифованный рис, но солдаты предпочитали полированный, так как он считался более вкусным и его было проще готовить. Мясо в японской кухне что тогда, что сейчас, не играло первостепенной роли. Предпочтение отдавалось рыбе, лососю или тунцу. Мясо применялось в тех случаях, когда не было возможности нормально снабдить войска рыбой. В понятие «рыба» также включали и другие морепродукты – кальмары, крабы, креветки и так далее. Все это сдабривалось либо соевым соусом, либо японской приправой мисо. Еще одна специфика японского рациона – практически полное отсутствие других круп, за редким исключением. Но зато чая было хоть отбавляй. Японский суточный рацион мог состоять либо из свежих, либо из консервированных продуктов. Смешивание запрещалось. Наряду с базовыми нормами офицеры должны были обеспечить солдатам разнообразие пищи. Для этого рекомендовалось активно разводить огороды, содержать скот, ловить рыбу и так далее. На оккупированных территориях офицеры могли изымать у местного населения любые продукты в любых количествах. Обычно каждый японский солдат отвечал за собственную готовку, находясь в зоне боевых действий, либо, как вариант, готовили вместе. В основном они это делали по утрам. Вообще японцы очень любили сладости в посылках из дома. Они часто находили разного рода вкусняшки. В целом у японцев можно было много чего интересного найти. И консервированные апельсины, вишни, сливы, персики, горох, шпинат, сидр, молоко и так далее. Поэтому глупо полагать, что японцы питались одним лишь только рисом. У них были свои сухпайки нескольких видов. Например, чрезвычайный рацион А состоял из высушенного, вареного, прессованного риса, мясных или рыбных консервов, порошка мисо и сахара. Вариант Б содержал нечто вроде галет или булочки из рисовой муки, 3 штуки по 227 грамм каждая. В этой булочке помимо риса были семена кунжута, экстракт мидий, сушеные сливы, имбирь и водоросли. Если поначалу сухпайки упаковывались в металлические контейнеры, то уже к середине войны упаковка пайков изменилась, что позволило небольшим предприятиям изготавливать отдельные компоненты, например, сушеные сливы и печенье канпан. Существовал аварийный паёк для летчиков. Вариант бомбардировщика был рассчитан на 5 человек. Он состоял из 5 банок. В каждой из них был вареный рис, сушеная рыба, 2 бутылки водки, леденцы, соль и комплект для обеззараживания воды. Флотский сухой паёк состоял из сушеной скумбрии, печенья, сливы, гороха, карамели, а также шоколада и алкоголя. В другом варианте для летчиков морской авиации были рисовые лепешки
яйца вкрутую, консервированное мясо и рыба, консервированный ананас и шоколад. И, наконец, у японцев были высококалорийные рационы в разных форматах. Это могли быть как твердые сладости или крекеры, а также нечто вроде питательных батончиков на основе арахиса, кунжута, которые были обогащены витаминами и содержали огромное количество калорий.